даже делать сколы, у нас все равно этот провал не уйдет. Если мы вот здесь вот его поднимем, видите, даже немножечко изглаживается у нас слезного разгана. Потому что вот здесь вот не хватает вот объема. У нас вот такой вот печальный вид. Вот сейчас мы попробуем данную зону откорректировать. Ну и губки тоже, да, у нас? Угу. Сейчас давайте. Ну-ка еще сюда поднимись. Угу. Может быть и большая первые сутки. Угу. Можно на ночь выпить супрости. Я тебе намажу, разговаривать ты не сможешь, ладно? Распущечки ямочки, ну чуть-чуть я приспущу тебя, я тебе в таком полосе будем делать. Нарисуем разметку от кончика носа до кончика носа. Ну, от костного края. От костного края вот у нас отсюда угол губы. Вот у нас получается примерно точка будет чуть-чуть вот сюда. Будем сюда тоже. И от края вот хорошо вот я залепила вот нас вот тут вкусно кровь от нас пересечение вот именно здесь еще на как надо себя проверить, смотри прямо, вот у нас вообще выход нерва идет ориентировочно по центру зрачка. Видите, у нас все равно точка входа, входа немножечко латеральная. Видите? Вот так вот. Что значит, мы определили все правильно. Да? Потому что все равно это не значит, что вот именно нерв идет так. Ну, примерно ориентировочно там плюс-минус идет по середине зрачка. Вот. Поэтому для нас это место более безопасное. Как мы работаем? Работаем только плотным филлером. Заходим под углом 90 градусов, я сейчас покажу, как это делать. Я для себя вот делаю такой защип, ну, не так сразу захожу, делаю защип потихонечку, дохожу до кости, немножечко приподнимаюсь, прям чуть-чуть, останавливаюсь, фиксирую и делаю спиральный проб. Если у нас все хорошо, значит, начинаю постепенно выкладывать. Сразу много не выкладываю. Смотрим. Ну, классически уходит 0,5. Один шприц уходит на обе стороны. Ну, здесь будем смотреть. Может быть, нам 0,2-0,3 будет достаточно, либо 0,4. В принципе, когда вводим, уже будет видно, как ткани поднимаются. Здесь анестезию делать не стану, потому что она до кости. Здесь только обезболится вместо пол. Ну, я думаю, на вдох. Сейчас вода пусть подождет. Сейчас мы тебе сделаем шочки, яблочки, и пока ты губы замораживаешь, мы ей сделаем массетер. Не только, например, можно 20 минут, просто не пойму, какая это будет. 25. Можно 25. Саша тоже щечки захотела. Я сейчас покажу, как делать с другой стороны. Мы же еще потом его не используем, да, чуть-чуть? Потому что?
Хорошо. Расслабься. Это не больно. Просто чуть-чуть будет, может быть, неприятно. Смотрите. Я вот так вот делаю защипчик, чтобы ей не было больно, не травмировать. Да, немножко вдох делаю. Я дошла вот до кости. Я прям чувствую, что я стою на кости. Вот так фиксирую. Потому что нам четко нужно понимать, что мы на кости, иначе выкладывать нельзя препарат. Делаем аспирационную пробу. Считаем до 30. Все хорошо. Мы начинаем выкладывать. Вот мы видим, как у нас поднимается щечка. Все хорошо? Стало лучше. Сейчас мы еще потом доску начнем выкладывать. Это вот все припутывается. Металлочек у нас достаточно такой хороший. Мы вели на 5. Сможешь? Делаем защип и потихонечку входим. Подожди. Ты дошел до кости, чувствуешь? Подожди. Вот, мы сейчас на кости, мы чуть-чуть вот приподняем, сделаем аспирационную пробу. Пускай. И потихонечку дави на поршень. При этом иглу не двигаем? Просто... Нет, как вот поставили, так и стоим. Мы потому что сделали аспирационную пробу в том месте. Стоп, остановись. Остановись, я просто посмотрю. И просто вот здесь уже достаточно. Мы, если что, лучше сюда добавим. Сейчас пусть она вытекет. А то мы сейчас ее зажмем, там будет синяк. Не жми. Пусть она лежит. Хорошо? Ну что ты можешь делать? Ну здесь сосуды достаточно крупные. Если мы попадаем, я говорю, в первые 5 секунд, если мы попадаем в артерию, либо в вену, сразу мгновенно начинаем. Если уже там 20 секунд прошло, то все. Ну, мы на всякий случай держим до 30. Все. Теперь берем и вводим до конца. Все, закончился, потому что выходим. Сначала перестаем давить на поршень.
выходим, потом вытаскиваем шприц, чтобы на выходе, вот видишь, еще чуть-чуть приподнялось. Вот, видишь, у нас уже вот этих вот провалов унылого лица уже нет. Если мы сейчас вот сюда еще немножечко добавим скулы, то еще он приподнимется и будет более гармоничное лицо. Все хорошо, мое солнце? Угу. Ты молодец, ходи. Мне тут на щечке я вот. Получается, у нас вот этот вот треугольник, это у нас для работы со скулами. Угу. Вот в этой вот области нужно сделать, смотри. Вот сюда волос поставим, вот сюда волос поставим. Ну, чтобы у нас тут приподнялось. И там потом посмотрим, где нам будет не хватать. Давай таким же способом. Также делаем защипчик, чтобы не так было больно. Делаем защипчик, доходим до кости. В принципе, эта зона такая безопасная. Но на всякий случай делаем аспирационную пробу. На себя тянем, прям чтобы пузырек у тебя появился. Пузырек появился, да. Вот все. И держим 30 секунд. И вводим где-то примерно 0,2. Аспирационную пробу никогда не забываем делать. Это безопасность вашего клиента, ну и соответственно ваша. Ну, почти, да? Угу. Все. Давай. Теперь берем и вводим примерно 0,2. До 0,8, грубо говоря, мы доходим. Наверное, немножко. Возьми, как тебе удобно, шприц. Перехватись, конечно, левой рукой колоть. Делай 0,2. Стоишь прям на кости, ты кость чувствуешь, да? Все, молодец. Я в области скул не люблю никакие конюли, потому что можно зайти в не тот слой. И вот как сегодня у нас дама была со скул, с углами джели, ну вот у нее весь филлер лежал не на кости, а в ПЖК. Останавливаем поршень и теперь вытаскиваем. Вот у нас уже видно, что чуть-чуть можно даже, знаете, вот так подтянуть. И мы сейчас вот еще здесь такой же сделаем волос. Нам скулы аватаров не нужны, поэтому мы этот 1 миллилитр распределим на две стороны. Вот. Вот сюда вот чуть-чуть пройдем. Вот сюда. И с этой стороны. Ниже эти точки, да? Нет, наоборот, повыше. Смотри. Ну, вот, вот точка, в смысле, белая. Давайте сейчас расставим точку. Ну, также 0,2 вводишь, а там потом с другой тоже стороны два раза по 0,2, и потом посмотрим, куда еще ввести. Чуть-чуть под 90 градусов сделаем вот так вот. Больно? И теперь на себя тяни поршень. Все хорошо? Пузырек там пошел? Да. Все. Считаем. Здесь безопасно. До 0,6 доходи. Как дела, Лен? Все хорошо? Если что, посмотрим, где надо. Ну, нажим вот так вот. Вытянуть, что тут кровь. Все равно. Вот так вот. Ну, вот у нас уже видно, как переместились ткани. По крайней мере, у нас нет нового лица. Но если мы прям хотим очень сильно выраженные скулы, то тут, конечно, надо колоть больше. Но у нас такой задачи нет, чтобы нам, чтобы убрать вот эту всю новость. Ну, естественно, чуть-чуть скулы появились. Все, давай с другой стороны. Так, смотри. Мы с тобой входили здесь.
сердце точка будет не вводи сразу, дошел до кости, чувствуешь. Зафиксируй и бери аспирационную пробу. Ну, тут все норм, вводи. 0,2 мл воды, смотри, до 0,4 веди. Угу. Останавливайся, а потом только вытаскиваешь шприц. Так, и вот сейчас мы сюда вот тоже делаем голос. Угу. Уже вот отсюда заходим. Фиксируем, чтобы шприц не болел. Делаем аспирационную, чтобы четко на кости. Сейчас посмотрим, да? Хочется добавить еще. С той стороны. Мальчика сейчас вот так подтянем. Как смотрите? Как у нас изменилось лицо? Просто лучше. Посмотрим, где нам все-таки не хватает, куда нам хочется еще добавить. С этой или с той? Ну, по тебе и даже не хочу. Но это мне так кажется. Смотрите. Я сейчас такой отдохнувший вид. Прям как будто ты выспалась. Да, вот мне тоже кажется. Мне нужно, кажется, вот сюда вот добавить. Потому что здесь прям очень хорошо и четко видно. А вот здесь мы и на щечке яблочки тут что-то больше не забираем. Здесь просто. А, это нормально. Иди половину, ладно? Вот, вот эту половину. Mm-hmm. Тоже про аспирационную пробу, не знаю, вот сюда вот сделаем. Вот как это кровать функционирует. Я себе Лен жирно намазала губы. Mm-hmm. Ой, прости, ничего. И поэтому тебя пугает ругаться за ты не можешь. Mm-hmm. Все хорошо? Угу. Я думаю, на половину будет все на себя.